Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. І це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном. Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я. На календарі у нас 21 серпня. Романе Григоровичу, давайте розпочнемо нашу розмову із думки заяви екс-радника президента Рейгана Едварда Лютвака. Він у своїй колонці написав про те, що аби Україні виграти війну, потрібно мобілізувати 3 мільйони українців. І він опирається на досвід війни арабсько-ізраїльської, під час якої Ізраїль мобілізував 10% населення. Скажіть, будь ласка, от якщо нам потрібно мобілізувати 3 мільйони українців, це вирішить для нас проблему чи ні? Ну, это видение очень древнего деда, я бы так сказал, с прошлого тысячелетия, 75 лет назад. Это, может быть, у Израиля это и надо было. Сейчас нужно не 3 миллиона человек, а сейчас нужно 120 самолетов, 20 тысяч ракет М-26 для хаймерсов, 1,5-2 тысячи атакамсов. Достаточно 1,2 миллиона артснарядов 150-миллиметровых, и не надо 3 миллионов человек. То есть, если мы это увидим, ну, естественно, крылатых ракет, это я так не все, и некоторого вооружения. Поэтому для этого не нужно 3 миллионов человек, для этого хватит всего лишь 1% от населения Украины. Около 400 тысяч человек, но этот 1%, который генетически расположен и психологически расположен выполнять боевые действия. Мотивация, профпригодность. Мы постоянно с вами об этом говорили. Не 3 миллиона, даже 300 тысяч хватит, но именно мотивированных и профпригодных, если у них будут то, что я до этого рассказал. И атакамсы, и М-26, и хаймерсы, самолеты. Все вооружение, которое есть у наших партнеров. Поэтому видение немножко так однобокое, или я бы даже сказал, слишком с прошлого тысячелетия видение. Не так сейчас это все воюется. А для того, чтобы получить, допустим, 300 тысяч мотивированных и профпригодных, надо сделать две вещи. Первую – разрешить, или не только разрешить, это и сейчас не запрещено, но уменьшить проблемы для набора напрямую комбригам бригады, то есть мотивировать комбригов, как-то финансово поддержать для того, чтобы комбриги могли эти вопросы сами решать для выполнения боевых задач, напрямую набирать или принимать на контракты и снять с МВД, снять с некоторых структур спецучет, так называемый, бронь, для того, чтобы те структуры, которые сейчас будут отвечать за набор военнослужащих, могли набрать из уже мотивированной госслужащих, а их у нас несколько сотен тысяч людей, которые получают от государства денежное содержание, из них набрать профпригодных, это очень важно. То есть мотивация – это госслужащий, а профпригодность – это профессиональная комиссия, которая определит возможность выполнения боевой задачи. И это как раз из системы МВД, систем охранных структур, которых при МВД сейчас развелось как, ну, много, мягко так скажем, не буду уже уточнять. То есть это вот это направление, этого хватит для выполнения боевой задачи. І от щодо авіації, є заява про те, що Нідерланди та Данія дають на винищувачі F-16, Данія дасть до кінця цього року, там мова йде про 5 літаків, наступного року там 8, і в 2025-му там ще решта. Про Нідерланди йшла мова про 42 винищувачі, і Данії заявили про те, що Україна може використовувати їх лише на своїй території. Мане Григоровичу, ви вважаєте, що це ось рішення, це вже є проривом? Ну так президент Зеленський його назвав. Ну, это как минимум решение, то решение, которое мы давно ждали. То есть самолетов мы еще не видели, но, по крайней мере, политическое решение, или даже так сказать, направление решения уже понятно. То есть уже есть понимание того, что у нас будут самолеты. Вопрос по количеству и срокам, он пока еще подвис в воздухе. Почему? Потому что любого такого рода заявления, это больше политические заявления, они должны проводиться через парламенты стран, согласовываться с НАТО, согласовываться с производителями, с теми же Соединенными Штатами. И все эти моменты еще будут утрясаться.
Но есть хорошая новость, это то, что летный состав начал наконец-то обучение, хотя бы пока еще наземное, то есть теоретическое обучение. Летное обучение, скорее всего, начнется уже с сентября месяца. Это 3 месяца надо полетать летчику. Ну, допустим, для того, чтобы переучиться, летчику нужно с одного самолета на другой в минимальном режиме, ну, около 15-20 полетов. А это, в принципе, 1,5-2 недели. Это летчики уже смогут летать на самолетах, не выполнять боевые задачи, а летать только на самолетах, причем уже тренировочные полеты на F-16. А вот дальше им надо будет налетать определенное количество часов и научиться выполнять боевые задачи согласно тех планов, которые будут утверждены по группам. И вот тогда мы можем в декабре месяце, допустим, получить ну, как минимум 3 пары F-16 с летчиками, которые будут выполнять те задачи, на которые они будут готовы. Скорее всего, это будет в таком режиме перехватчиков-истребителей, которые будут работать в режиме ПВО сначала, ну, может быть, в режиме РЭБа или погашения ПВО противника теми же ракетами, ХАРМами, которые у нас есть. То есть вот такой минимальный режим, который мы, минимальный пакет, который мы можем получить перед Новым годом. Ну, а весь кейс передачи авиационной техники, он растянется на несколько лет или, может быть, хотя бы с начала месяца, а, скорее всего, на несколько лет. До 25 года только Дания говорит. Но ни одна Дания, ни одна аж Нидерланды. То есть у нас больше 10 стран, которые могут нам помочь с подготовкой и с передачей самих самолетов, потому, я думаю, именно этот момент будет использован для того, чтобы у нас хотя бы минимальное количество самолетов будет в начале следующего года. А вот после того, как мы увидим хотя бы 40 самолетов, тогда их можно будет уже использовать на поле боя широкомасштабно, по крайней мере, на одном направлении. Романе Григорович, ви говорите про те, що достатньо 3 місяців, а ось командувач ВВС США у Європі та Ферзі Джеймс Хекер, він казав, що українським пілотам треба до 5 років, аби на достатньому рівні освоїтися цим американським винищувачем. Все залежить від стартової підготовки льотчика, який проводить переучування. Тобто, якщо льотчик тільки випустився из училища, допустим, и имеет там или БК, или 3-й класс, ему действительно надо несколько лет, чтобы довести свой уровень боевой подготовки, а общее количество лет для подготовки летчика 1-го класса до 10 занимает. Потому если БК или 3-й класс, туда несколько лет. А вот сейчас у нас на F-16 отправляются летчики 2016 года, значит, они начали летать в 2013 году. То есть мы как раз 10-летние зубры, которым, в принципе, надо 3 месяца. Я просто сам инструктор, переучивал полки, бывало, из истребителей на истребители, из истребителей на вертолеты, потому знаю, о чем говорю. Месяца 3 надо для того, чтобы переучиться полностью летчику вот 10 годами летного стажа и с 1-2 классом. А як би ви оцінили от ймовірність передачі нам і від Швеції винищувачів Gripen? Тому що прем'єр каже, що їм ну, потрібно для власної так безпеки всі ці літаки, але він не виключає в майбутньому передачу Україні. Ну, они всего их произведено около 250 самолетов, это не 4500 F-16. Поэтому полный пакет Гриппенов мы не получим. Нам 200 самолетов надо для перевооружения. А можем получить несколько пар, может быть, звеньев, может быть, пару эскадриль, но это максимум, то есть 10%, 24 самолета от всего произведенных. И шведам действительно нужны Гриппены, они в основном летают, то есть шведы летают на Гриппенах, французы на Рафалях, на Миражах, основные страны Европы в основном летают на Еврофайтерах, либо на F-16. Сейчас подтягиваются F-35 и F-22 по некоторым позициям, но в основном F-35. То есть у каждой страны свое видение развития обороны, но в общем видении стран НАТО. Потому рассчитывать сильно на Гриппены я бы не стал. Но 1-2 эскадрильи, в принципе, можно было бы для эксперимента, по крайней мере, у себя иметь, так как сам по себе самолет, в принципе, неплохой. Он примерно как середнячок
из F-16. F-16 тоже разные, от 20-й до 70-й модификации. То есть он где-то в районі 40-ї, 50-ї модифікації. Романе Григорович, якщо ми вже говоримо про авіацію, давайте поговоримо про і про авіацію ворога, тому що є новина, що на аеродромі в Сольцях була пожежа, і Україна могла повністю знищити вперше російський стратегічний бомбардувальник, про це писали ЗМІ, і після цього, скажімо так, ну така істерика розпочалася у російських воєнкорів, вони заявляють про те, що Росія більше не зможе замінити знищений бомбардувальник Ту-22М3. Скажіть, будь ласка, ось ця атака, про що це свідчить? Ну, это, скорее всего, у нашей разведки руки выросли все дальше и дальше. И механизмы уничтожения находятся разные. Вот один из механизмов – это непосредственное нанесение поражения на аэродромах, в капонирах самолетов. Самолет, он стоит полностью заправленный, потому если получилось пробить баки и поджечь керосин, его очень, кстати, сложно поджечь, керосин плохо горит, то при поджиге, то есть получилась такая возможность, самолет сгорает полностью, потому что там не одна тонна керосина, он выгорает, но обвалование, то есть капонир не дает ему повредить другие самолеты, хотя есть информация о том, что был еще один самолет подтвержден, скорее всего из-за взрыва этого самолета и переброски некоторых частей после взрыва на рядом стоящий капонир. То есть такой Ту-22, он действительно, можно так сказать, уникален, потому что они производить их не могут, ни Ту-95 не могут производить, ни Ту-22. Пытаются Ту-160 поставить в производство, хотя эти потуги пока успехом не увенчались. Рассказки есть, как и про запуск межпланетной станции к Луне, но реальное производство примерно такое же, как и посадка на Луну этой станции. Роман Григорьевич, скажите, пожалуйста, а мы передавали им, чи продавали им ось эти літаки чи ні свого часу? Мы передавали Ту-95 и Ту-160 россиянам, и ракеты Х-22 передавали, и ракеты Х-55, и ядерное оружие, то есть много чего напередавали, а теперь все, но к нам летит. Ну, это большой привет первым двум президентам, Кравчуку и Кучме. Кучма когда-то передаст Кравчуку лично привет уже там, где-нибудь в аду, я так думаю. Добре, Роман Григорович, президент Зеленський на брифінгу у Данії, відповідаючи на запитання журналістів про обмін території на вступ в НАТО України, заявив, що ми готові обміняти Білгород на членство в НАТО. Скажіть, будь ласка, ну, президент так впевнено заявляє і каже, а що нам потрібен той Білгород, чи чому, як трактувати його слова? Ну, это сарказм, конечно, то есть президент имел в виду, что мы не торгуем своими территориями, но можем поторговать чужими, потому в этом разрезе надо его слова воспринимать. Мы своими территориями точно не торгуем, а вот, допустим, выход на Белгород вряд ли, а при освобождении Донбасса оптимальный вариант отсечения Донбасса от России, а это надо делать перед освобождением Донбасса. Именно выход вдоль Северского Донца на Дон и дальше выход на Ростов. И вот Ростов-Таганрог, после того, как освободим Донбасс, вот Ростов-Таганрог и можем обменять на вступление в НАТО. Но это уже как пойдет. В каждой в каждой шутке доля шутки есть, потому будем считать, что мы сейчас пошутили. Якщо говорити про подальші сценарії ведення війни, то видання Bloomberg написало про те, що яструби там Російської Федерації хочуть більш агресивнішої війни, і вони вимагають звільнення власне ФСБшники там і Шойгу, і Герасимова, і говорять про мобілізацію, і про повномасштабну війну. Роман Григорович, чи бачите ви на сьогоднішній день передумови ознаки для що ворог до цього готується, і що може перейти в ось таку фазу все? Надо Шойгу и Герасимову посоветовать, если они нас смотрят, или нас обязательно смотрят российская какая-нибудь ФСБ, вот передайте, только не ФСБ, имеется в виду, а ГРУ, передайте Шойгу и Герасимову, пусть вот этих ФСБшников, которые толкают, отправят на фронт, призовут, снимут ту же бронь, у них есть тоже такой же спецучет, как у нас, снимут, призовут и отправят роту
этих толкателей на фронт куда-нибудь в район Бахмута, допустим. И вот покажут пусть свою удаль молодецкую, так сказать, ФСБшную. И тогда их попустят, по крайней мере, потому что когда поймут, к чему они толкают, через себя пропустят, тогда их как минимум перестанут такие мысли заталкивать. Но россияне готовятся не к каким-то увеличениям какого-то давления, допустим, а готовятся к обороне, причем реальной жесткой обороне. А вот сейчас создают новую, только не новую, они просто пытаются собрать в одну общевойсковую армию, собрать управление Южным фронтом для того, чтобы как-то уже весь фронт управлялся с одной точки, по крайней мере, с одного центра управления. Это и Крым, и Херсонское, и Запорожское направление, и Мариупольское направление. То есть, скорее всего, это есть вероятность того, что они сейчас будут просчитывать механизмы ухода из Запорожского и Херсонского направлений, как раз под Крым и под Мариуполь. Это видно. И видно подготовка россиян к продолжению мобилизационных мероприятий. У них вряд ли они объявят широкомасштабную мобилизацию, это нереально. А вот такую частичную мобилизацию, либо скрытую мобилизацию, которую они сейчас проводят, они могут продолжать, так как им не хватает сил, средств на весну, их просто армии не останется с такими потерями, которые есть сейчас. Потому такого рода действия они будут проводить в ближайшее время, я думаю, сентября месяца, сентябрь-октябрь запустится этот механизм мобилизационный. Це ви про повідомлення від британської розвідки, так, Арман Григорович, про те, що створюється ось ця армія ще одна на півдні. А ще є новина, Арман Григорович, від Американського інституту вивчення війни, які говорять про те, що у росіян є серйозні проблеми з контрбатарейними можливостями на всіх ділянках фронту, і, зокрема, про запорізький напрямок, про який ви говорите. Ну, не только на Запорожском. После того, как нам дали достаточное количество, наши партнеры передали нам достаточное количество контрбатарейных радаров и очень хорошего качества. Отличные радары сейчас зашли. В связке с теми САУ, которые у нас уже были, работают очень хорошо. Дальность 7-8 километров у нас 155-й снаряд ложится дальше, чем 152-й российский, потому, а и тем более еще и контрбатарейка хорошая. Мы давим их практически каждый день. Посмотрите сводки. 2-3 десятка стволов отминусовываются. Это как раз в режиме контрбатарейной борьбы. Это по всей линии фронта. То есть это начиная от Кинбургской косы и заканчивая, наверное, Купянском практически везде. Ну, так как у нас наступательные действия активно идут на Запорожском направлении, там просто коэффициент уничтожения россиян чуть больше. Хотя реально везде давим их по всей линии фронта. От ви говорите про те, що ми давимо їх скрізь по всій лінії фронту, а в Financial Times вийшла стаття, де начебто офіційні особи США критикують стратегію контрнаступу України і також критикують його перспективи майбутні, так? І говорять про те, що ми наразі всі зусилля кидаємо тільки на схід, а треба все навпаки кинути на південь. А ви говорите, що ми по всій лінії фронту. Тобто про що ці статті свідчать тобі, Роман Григорович? Ну, они же специалисты в нашем фронте, тут же ж, как оно, все видится издалека, да, потому им там как-то виднее на той стороне шарика. Ну, мы можем их воспринять, их видение, можем предоставить участок фронта, то есть пусть покажут как надо, потому что мы же не можем, потому могут показать, вопросов нет. А реально мы выполняем те задачи, которые можем выполнять с помощью тех сил и средств, которые нам эти же наши партнеры передали. То есть были бы самолеты, по-другому все было. Было бы достаточное количество ракет или тех же кассетных боеприпасов, тоже был бы другая динамика. А сейчас у нас та динамика, которую определил Генштаб, генерал Залужный, ему нельзя не доверять, он специалист своего дела. То есть... И то, что у нас сейчас ведется наступательные действия по всей линии фронта, это основная задача выполняется, растянуть по линии фронта, растянуть россиян, и мы это и делаем. А дальше уже прогрызаем линию обороны, может быть, ждем каких-то изменений в поставках. Вдруг нам пообещали те же М-26, но можно их подождать, пока подойдут, зачем торопиться. У нас есть время, пока, по крайней мере, еще
полтора месяца точно до дождей, а тем более по югам можно двигаться и в дожди. Там есть такие направления. Я думаю, наш генштаб, ему виднее в этом смысле, как правильно вести бойові дії. В Верховній Раді зареєстрована постанова, згідно з якою війна не може закінчитися, поки Україна не поверне всі свої території, які ми володіли на 91-й рік. Також, згідно з цією постановою, пропонується видворяти росіян з Криму, громадян України, які співпрацювали з окупаційною владою, проте не скоювали тяжких злочинів, можуть звільнити від кримінальної відповідальності. Романе Григоровичу, як це розуміти? Ну, навіть на якомусь прикладі розберемо. Наприклад, працівник ЖЕКу в Криму, так? Він же співпрацював, виходить, і тоді що, це амністія, чи як це розуміти? Це попытка наших властей пропихнуть через общество, через Верховну Раду законопроект об амністії всіх, хто работал на Российскую Федерацию, всех, кто помогал заходу россиян, 10 лет прессовал украинцев, выгонял оттуда, и не только с Крыма, это же касается из Донбасса, то есть это те коллаборанты или пришлые, по крайней мере, оккупационная администрация, которую хотят наши правители сейчас, хотя это вопрос уже к ним будет, я думаю, следователи, они хотят их оставить. Вот что происходит? Это закон не об освобождении Крыма, это конкретно они хотят просунуть законопроект об амнистии военным преступникам, которым светит 111 статья, там есть некоторые вещи, до пожизненного с полной конфискацией. Еще есть несколько статей, которые в течение этого года были приняты, потому все коллаборанты, все пришлые российские, то есть все участники оккупационных администраций, это военные преступники, которые должны быть осуждены, причем на серьезные сроки, с полной конфискацией имущества. И вот понимая это, эти сейчас, мягко скажем, товарищи в скобках, они уже лыжи навострили для того, чтобы убегать с оккупированных территорий, из того же Крыма. И здесь возникает проблема большая у Путина, у российской военщины, потому что эти все оккупационные администрации просто разбегаются. И вот наша Рада почему-то, вопрос опять же, почему, то есть либо по недомыслию, либо по скудоумию, либо по злому умыслу. А там Стефанчук, я так понимаю, один из подателей этого закона, он вот под Путина начинает работать. Это вот после этого принятия этого закона, это декриминализация работы этих всех оккупационных администраций, они останутся удерживать оккупационный режим на территории. Они просто никуда не поедут, им же ничего не грозит, по большому счету. Они дальше будут, Путин вздохнет с облегчением. Вот решил, скорее всего, Стефанчук, еще раз повторюсь, и вся эта группа, либо по недомыслию, либо по скудоумию, либо по злому умыслу решил сделать хорошо Путину, называть, чтобы он выдохнул. Это один аспект. Второй аспект. Если эти коллаборанты останутся потом на деоккупированных территориях и с них снимут уголовную ответственность, то УБДшники, патриоты, в конце концов придется идти на определенные меры по выдавливанию этих людей, потому что вместе жить никто не будет. И там начнется тогда самосуд. Причем такой реальный жесткий самосуд, который может перерасти в реальную в гражданскую войну. И тогда нам уже никто помогать не будет. Ну, то есть тогда это будет воспринято уже по-другому. Значит, еще раз, по недомыслию, скудоумию или по злому умыслу эта власть пытается подложить вот такую мину замедленного действия под следующую власть. Причем третий вариант. А третий вариант еще хуже. Третий вариант – это то, что потом правоохранительным органам Украины придется арестовывать и осуждать людей, украинцев, патриотов, которые не смогут с этими коллаборантами жить на одной территории. И вот тогда уже пойдут по статьям умышленное убийство, подготовка к убийству или там каким-то таким моментам, пойдут уже патриоты рассаживаться по тюрьмам.
Вот это то, что готовит сейчас наша Рада под руководством ее руководителя Стефанчука. Вопрос к Стефанчуку конкретный. Он знал, что подписывает, или он подписывал это все, не читая? А если он знал, он понимал последствия такого рода законопроекта? И третье, если он не понимал, подписывал, читал и не понимал, он на своем месте находится или нет? И в первом, и втором, и в третьем случае, ну, большие вопросы к Стефанчуку и к власти, которая пытается просунуть этот законопроект через украинскую власть, вернее, через Верховную Раду, через украинское общество. Ну, проблема большая сейчас. То есть они пытаются постоянно, то есть вот такие вот пакости какие-то в последнее время, ну, в конце концов, надо прекращать это дело. Вопрос, не знаю, где там генерация, кто там генерирует такого рода посылы и для чего они генерируются. Но это точно психологическое состояние украинского общества, ну, не стабилизирует это точно. Потому думайте, что делаете. Роман Григорович, а я уточню, а якщо це, наприклад, ну, працівник ЖЕКу, так? Він працював в комунальному підприємстві. Тобто який тоді має бути підхід, в принципі, ну, до колаборантів і до всього цього процесу? На всіх учасників окупаційних адміністрацій за 10 років вже повинні були заведені бути уголовні діла. Я больше скажу, не просто заведены, уже и суды должны были пройти. У нас механизмы дистанционных судов есть. И суды, и уже у них всех должно висеть у каждого как минимум там по десятке, по 15 лет отсидки с полной конфискацией. Вот у ЖЭКа, у начальника, у неначальника, у всех тех, кто работал на российскую военщину и на эту администрацию, и был администрацией как такой, у них уже должны быть сроки. И как только мы начнем двигаться, их там не будет, не должно быть, а их хотят оставить. Вопрос, зачем? Вот этот вопрос как раз Стефанчуку. Хай бы ответил, если кто-нибудь ему этот задал вопрос. И как бы он с этим начальником ЖЭКа потом, вот представьте себе УБДшника без рук, без ног, допустим, да, или без руки, без ноги, его жену, отца, мать, которые к этому начальнику ЖЭКа потом приходят, и решить какой-то вопрос по жизнеобеспечению. А этот начальник ЖЭКа, который просидел при россиянах 10 лет, не дай бог что-то скажет не так этому УБДшнику. Что он сделает, УБДшник? А я скажу, что он сделает. В конце концов, сделает то, за что его посадят тоже где-то на пожизненное. Вот только уже человек, который потерял здоровье, и стал, с одной стороны, героем, потом станет еще и сидельцем. Вот к чему толкает эта власть, которая, еще раз повторюсь, по недомыслию, скудоумию или злому умыслу. Но это должен решать уже суд и следователь, который, по большому счету, уже должен завести уголовное дело на этих людей, которые пропихивают вот эту проблему для украинцев в будущем. Роман Григорович, також у парламенті робоча група створена і працює над створенням військової поліції. Що відомо? Що військова поліція входитиме до системи Міноборони та слідкуватиме за підтриманням дисципліни серед військових Збройних сил України, Міноборони. Орган утворять на основі військової служби правопорядку ЗСУ. До нього перейдуть окремі повноваження, які стосуються оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування військових злочинів у зонах бойових дій. Я знаю, що ви маєте досвід. Да, я военный дознаватель был не один год в своей части, в свое время. Так вот, разрушена полностью была военная юстиция перед войной и во время войны, кстати. Потому надо ее точно воссоздавать. Начинать создание можно военной юстиции, воссоздание с военной полиции. Потому это очень правильный, грамотный, своевременный шаг. Создание военной полиции, которая возьмет на себя изначально стартово, может быть, какие-то функции ей не свойственные, но потом отпочкуются и там юристы, и прокуроры, то есть найдут себя, то есть отстроить заново систему военной юриспруденции. Это очень важно. Почему? Потому что впереди у нас еще не один месяц, а то и год боевых действий, и после также будут моменты, а если вот эти товарищи типа Стефанчука еще просунут такого рода законопроекты, о которых мы только сейчас говорили, так это точно надолго эти все внутренние уже разборки. Потому однозначно то, что начали запускать, это
грамотное, правильное действие. Чуть запоздало, я бы так сказал, но лучше позже, чем никогда. И вот военная полиция решит некоторые вопросы, вот, тем более может еще и как-то на себя взять и переквалифицировать или начать вести те дела, которые вот, типа Червинского, которого посадили, опять же, под много вопросов, по крайней мере, есть. Моего друга, с которым я пролетал не один десяток лет, также сейчас арестовали вот начальник замполетной подготовки Олег Иванов. Мы с ним летали на истребителях, учили вместе, потом переучились на вертолеты. Он остался в Нежинском отряде замполетной и замкомандира отряда полетной подготовки после того, как после катастрофы вертолета в Броварах. Вот делают из летчиков, арестовали всех четырех летчиков, руководителей. Опять же, руководители летного отряда, над ними МЧС, над МЧС, ММВД. Министр МВД дает приказ выполнять определенные задачи. В конце концов, летчиков сейчас закрывают, и их начинают судить люди, которые ни в авиации ничего не понимают, ни в военном деле. Не судить, а, по крайней мере, расследовать. То есть прокуроры, которые не понимают, не отличают полет от перелета, ну, они никак не выполнят качественные расследования. И вот это все надо переводить именно в военную юриспруденцию, именно военная полиция может этим заняться стартово. Ну, а дальше, еще раз повторюсь, развивать уже до полного набора, полного кейса военной юриспруденции. Роман Григорович, дякую за роз'яснення. Якщо дозволите, наприкінці нашого інтерв'ю короткі три блиц-запитання сьогодні підготувала для спікерів. Перше питання. Чи зайдуть ЗСУ цього року до Криму? Зайдуть. Чи побачимо ми мирої дронів над Кремлем? Однозначно. Кремль святое в этом смысле. І, Роман Григорович, Путіна знищить українське військо чи самі росіяни? Россияне. А чему россияне? А потому что его нельзя россиянам отдавать на суд, и если мы его будем уничтожать, именно самого Путина, мы же его сначала будем судить, и он должен много чего рассказать. Так вот, россиянам, если он начнет рассказывать, там многим не поздоровится, и не только россиянам, и израильтянам, и американцам, и китайцам, и всяким Орбаном, потому его прибьют россияне. Мы не успеем, не доберемся. Роман Григорович, дуже дякую вам за цікаву розмову, дякую за детальний аналіз і за те, що знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на Фабрику Новин, ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити в наших ефірах. Також я нагадую, у вас є можливість підтримати Фабрику Новин та стати нашим спонсором. Це можна зробити на нашій YouTube-платформі. Ще раз вам дякую за увагу, всього найкраще, до наступних зустрічей. Романе Григоровичу, до завтра. Дякую вам. До свидання.